Смотрите, как весело. Вот так гуляют здесь, в Батуми. Я безумно счастлива. Ашка им... Мои хорошие. Друзья мои, сегодня я встречаюсь с моей очень близкой подругой Нойна. Я крестная ее сына. И вот она нас пригласила в такой ресторан. Браво. И сейчас делаю заказ. Не знаем, что заказать, потому что мы будем капризны очень. И, в общем, видите, что мы сейчас. Нончик, познакомься с моими зрителями. Это Нона? Посмотрите, какое грузинское застолье. В Турции нету такого. Подожди, еще не все салят. Но это не все принесли. Вот. Дато, привет, смотри, Ноночка с нами сидит, красавица. Привет, Дато, Дато смотрит мои видео. А, посмотри, какой она нам стол накрыла, Дато. Сейчас покажу, что здесь. Это какая-то мигрельская еда, посмотрим, еще не пробовала. Чахолбили. Шашлык из... телятины. А хачапури бомба. Вот кинзу все не любят, они турки. Вот я спрашиваю многих, да, которые отсюда переехали, из Грузии, там, не любят ли кинзу. Мы там с ума сходим. Женщин любят? А, баянлары севиорсунус. Как приехать в Грузию и не попробовать одно из самых известных блюд национальной кухни Грузии? Это хинкали, друзья мои. А мой муж не хочет кушать. Ну, я сама попробую и скажу, какие они на вкус. Очень вкусные. Хинкали, хинкали. Приятного аппетита всем. Хинкали надо кушать руками. А, хинкали надо кушать руками. Нуна говорит, хинкали надо кушать руками. А сама кушает мигрельское блюдо с сыром. Что-то очень вкусное. В общем, мы сидим хорошо. Мой Ашкым. Ашкым. Ой, все, его заставляю покушать хинкали. Надеюсь, что он попробует. Друзья мои хорошие, вот так мы пируем в Батуми. Покажу вам ресторан, где мы находимся. Это один из ресторанов, элитных ресторанов города Батуми. Браво называется. Находится по адресу Цхакая и Казбеги. Музыка здесь, вы сами видите, какая красивая. Всем привет! И с вами я, Светлана. Да. Друзья мои хорошие, сегодня я в гости моей крестницы. Не только крестницы, и крестников. То не кончается мои посещения. Так вот, мы приехали в Шарабице. Мне кажется, в Америке шутки со Шкемом остались одни шутки, потому что остановка кончается. Здесь очень красиво. Я вам покажу это. Такие лестницы. Красивый туалет, бассейн. Все красиво вокруг. Очень много туристов. Посмотрите, какая здесь красота, друзья мои. Мы поднялись высоко в горы. Воздух обалденно. Каштаны тут, орехи, магнолия. Речка горная. Собаки большой нету? Собаки спрятали. Говорчева, чей злеба хожу, да моя принцесса. Ой, ой, Лейлочка. Принцесса, это Эндер, Лейла. Турчина бельор. Лейла, как у вас красиво здесь стало. Бежит, бежит. Не укусит? Это не доделали. Укусит? Наверное, нет, нравится, никого не кусает. Не надо бояться. А, коркмасы ножки. Да.
Ой. Сама боится. Какая здесь красота, посмотрите. Все в зелени. Даже мой муж решил селфи сделать. Наш камень. Какая красота. Посмотрите, как красиво во дворе у них. Клумбочки есть. Вид такой. Обалденный. Дождик начинается. Вот такую вкуснятину приготовила для нас Лейла. Баклажаны с орехами. Котлеты такие. Картошку такую. В общем, красота. Карагёзлер севдаламыш. Посмотрите, в каком красивом месте мы сидим. Здесь моя Лейлочка, вот идет моя крестница, друзья мои хорошие. Мои подписчики, кто меня не знает, познакомьтесь с моей крестницей, моей подружкой. Сколько лет мы вместе уже. Вот так принимают меня в Батуми, посмотрите. Вот такой стол она нам сделала, такие сладости. Моему мужу очень понравилось, потому что... В Турции совсем другая ситуация по приему гостей. Здесь вот так вот у нас гостеприимная очень Грузия. Ашкин, понравилось тебе в Грузии? Привет, говорит. Да. Хорошо, понравилось. Карагёзлер севдаламыш. Карагёзлер севдаламыш. Джами. Джами. Вы слышите? Не слышите? А мы слышим. Служба идет. В гостях у Лейлы. Шикарно проводим время. Уеду в Мерсин и буду вспоминать моих родных и близких. А мало мне осталось здесь быть. Может, неделька максимум. Мои хорошие, я сегодня пришла наконец-то к Жанночке. Посмотри на мою голову. Последние дни остались до нашего отъезда, и вот мы наконец-то собрались у нее дома. Сейчас я вам покажу, посмотрите. Популярный этот, Света. На память останется, потом будем смотреть. Посмотри на голову. Не хочет сниматься, но я говорю, что... Но я говорю, что это на память останется. Светик. Когда я приеду, еще неизвестно. Светик. Друзья мои хорошие. А? Сидим с Жанночкой. Я уже покраснела от поцелуев ее. Вы не подумайте, я ничего не принимаю. Только пьем настойку. Только тихо, никому не говорите. Никому. Потому что я же вообще не пью. Ну как здесь приехать к друзьям и не выпить? А не скажите хоть чуть-чуть. Я же в Мерсине вообще не пью. Такая порядочная стала. Ни алкоголь, ничего. Так вот, мы сидим хорошо, но и не заканчиваются у нас лапараки, разговоры. В общем, сидели, а мой муж сидит, посмотрите, Ашкым, привет, скажи. Бюсон. Море Бутаров-то? Море там. Море, там горы. Ашкым, там горы. Там горы. В общем, сидим вот так, телевизор смотрим. Пьем вкуснятину там, кушаем тут хачапури с Жанночкой вместе. Света. Друзья мои хорошие, хорошо быть в Батуми, приехать к своим близким, увидеться. Ведь там я совсем одна. Посмотрите, как танцуют у нас в Грузии. Чача, медовая чача.
Одно вчера найдет. Ингали. Кто приедет в Грузию, обязательно должны попробовать это. Очень вкусно. И такой турецкий салат, а турецкий рилат. Без зелени. Рыбу съели. Друзья мои хорошие, посмотрите, какой дождь. Я вам говорю.